Так, друзья, отель Галибьевский, Польша, город Миколайки, это Мазурские озера. Здесь расположен, скажем так, лыжный курорт. Оплачиваем поездку. Поездка обходится примерно евро 20 на одного человека. Справа мы можем видеть, что это все-таки лыжный курорт, но... Маши вот так вот. Глобальное потепление сделало свое дело, и снега Европа в этом году не увидела. И отель Галибьевский предусмотрительно придумал вот такие горки. Это Родео. У них он называется Санный путь. Средняя скорость 40 км в час, максимальная 60. 570 метров протяженность трассы. И поехали, собственно говоря. Это первое ощущение, первая поездка выглядит именно так. Держи камеру! Держи! Держи! Не бойся! Какой медленный! Не бойся! Никогда не тормози, ты мужик. Опа! Первая поездка, она всегда самая эмоциональная. Крутяк. И, конечно же, первая поездка это не вторая, не третья, не пятая. Парню 12 лет. Я вас снимала, мы там так орали. А ты тихо сидела, потому что ты, наверное, на тормозах ехала. Нет, я уже мало. А это самая маленькая участница нашего забега, 3 годика Ника. Как видите, абсолютно комфортная горка для любого ребенка. Ну и безопасно, разумеется. Ну а теперь все то же самое проделаем во второй раз. Во второй раз не так страшно. Отличный обзор на отель Галибьевский. Радует то, что очень много развлечений в этом отеле, безумно много развлечений. И одно из них – это лыжные трассы. Но даже когда снега нет, здесь есть 2 горки. Одна эта, вторая на ватрушках по пластику. На тот случай, если вы приехали в отель, снега нету, чтобы вы не были разочарованы. Поездка стоит евро 20, и оно того стоит. Слезу вышибает из глаз точно. Хотя скорость 50-60 км не такая уж большая, но вот эти подскоки, вот как здесь, и повороты крутые влево-вправо, фибриллярный аппарат дает о себе знать. Но это, собственно говоря, анонс будущих роликов наших поездки в Мазуры, Миколайки, сети Тели Галибьевские. Одна из больших в Европе барных стоек. Замечательный диско-зал, мы сейчас в нем находимся. Он будет абсолютно интересен и для 3-летнего ребенка, и для 50-летнего. Очень шикарный большой, обзор будет немножечко позже. Самый большой ресторан в Европе, Чернова, 5000 посадочных мест. Я бы назвал кухню практически идеальной. В американском стиле номера. Ну и сеть видео будет посвящена тому, где встретить самое волшебное Рождество или Новый год. Это богатый отдых в отеле Галибьевский, который не бьет по карману. Хотя здесь есть разные развлечения, в том числе яхты и вертолеты. Есть спа-комплексы, в том числе лечебные, в том числе шикарный аквапарк, в том числе все предусмотрено для разных видов отдыха. Но это будет в следующих роликах, их будет несколько, и мы подробно сделаем обзор на самый шикарный отель в Европе.